Недельная глава Шлах. Вайдабер Адиной Омешер и Мер. Бог говорил к Моше, говоря, Шлаха хо аношим. Посылай себе людей в Йосуру, пусть они высмотрят эсерец к нам, землю к нам, а ше они не сейн ливне Исраил. Я даю сынам Израиля. Ишехот, ромати абисов тишхоху. По одному человеку, по колену отцов посылайте, килносибоэм, каждый главный из них. Я понимаю, килноси тут не имеется в виду князь колена, князья колен весь перечислены в этом хумаше, в книге Бамидбар, их имена другие. Но, очевидно, носи руководитель. Руководитель в этом вопросе, он представитель колена. Ваишах и сом Моше, послал их Моше Мимидба Парон, из пустыни Парана, Алпи Адиной, по устам Бога. Кулом Аношим, все они люди, то есть, Раши говорит, достойные. Рошей вне Исроил Геймо, руководители сынов Израиля они. А теперь он перечисляет их имена. Бейлыш Мейсом этих имена, Маты Рубин, колено Рубин Шамуа бен Закур, Маты Шимен, колено Шимен Шафот бен Хири, Маты Иудо, Колей бен Ифуне, ומתי סוחר יגור, קלני סוחר יגור בן יסף, מתי אפרוי משה בן נון, מתי בנימין פרטי בן רפו, ומתי זבורון, קלני זבורון גדי ובן סידי, ומתי יסף, קלני יסף ומתי מנשה גדי בן סוסי, ומתי דון, קלני דון עמי ובן גמלי, ומתי אושר, קלני אושר ססור בן מיכאל, ומתי נפתולי, קלני נפתולי נרבי בן בופסי, ומתי גוד, קלני גוד גאו בן מוחי. Тут перечисляются имена представителей колен. Порядок непонятен. Смотрите, вначале идет все нормально и понятно. Рувен, Шимен, Иуда и Сохар. Колено Леви ведь не послало разведчиков, потому что они не должны были получить долю в стране, как и им было сказано. Так и поэтому они не послали. А вот дальше порядок непонятен. Дальше Рамбан говорит по важности людей. Но по важности людей тоже непонятно. В конце концов, ведь вышло двое, которые говорили достойно и хорошо о стране, и 10, которые говорили о недостатках, о том, что народ сильный и так далее. А вот эти два человека, они тут оказались, они оказались третьим и пятым. А первый, второй и четвертый оказались среди тех, которые говорили плохо. В книге «Амейк-давар» от Рош-Ишиват Воложен Нецив говорит, что порядок тут по важности людей для этого. Правильно, по важности людей, но не по важности как личности, а по важности людей для этой деятельности. Эйреш Мейсу Аношим, это имена людей, Аша Шурах Мейше Росуре Сорец, Мейше послал смотреть землю, Баикро Мейше назвал Мейше, Рейше Абинун Ешуа, Мейше назвал Рейше Абинун Ешуа. Баишрах и Сом Мейше, послал их Мейше, Росур смотреть, а Сорец к Нуан, землю к Нуан. Ваеме Арем, Ваемер Арем сказал им, Арузе Банегев, поднимитесь в юг, Валисам, поднимитесь Эсоор в гору. Так, Урисам Эсоорец Маи, посмотрите землю, что она. Какая земля? Бывает земля, в которой крепкие люди, а бывает слабые. Земля, в которой растут слабые люди. Весоома Ешево Лео. Народ, который проживает на ней, эхозаку арофе. Сильный он или слабый? Амеату имров. Малочисленный или многочисленный?
Умора, что это за земля, что Ешебо, что он проживает в ней, а ты его имро, хорошая она или плохая. Что значит, хорошая она или нет? Если уже были предыдущие вопросы, есть ли там хорошие, здоровые источники? Умоя Рим, что за гора, какие гора, как города, что Ешебо ино, проживает в них, а вы маханим им бы мифцарим, в открытых городах или в укрепленных? Раши говорит, что он дал им признак. Если они сидят в открытых городах, значит, они богатыри. Они полагаются на свои силы. А если они живут в укрепленных городах, то они слабышки. Слабые, они полагаются на охрану стен крепости города. Но дальше вышло по-другому. С одной стороны, они сказали, что они крепкие, и они сидят в укрепленных городах тоже. Уморет, какая земля? Ашмейно и имрозо. Жирная она или тощая? Есть разные земли. А есть бы эти мань, есть ли деревья в ней или нет? Есть тут деревья, леса или нет? Есть ли плодовые деревья или нет? Раши еще приводит, есть ли люди, которые своими заслугами защищают страну. А есть бы эти мои, вы с хазактом крепитесь, у как там бери, возьмите мне приоры из плодов земли. В айоме одни были, емей бикурей ановим. Дни, когда виноград поспевает. Так послали тут всего 12 людей. И написано, что Миша назвал еще Абинун Иешуа. Раши на месте говорит, что Бог, что Моше за него молился, прибавил ему еще букву Юд, что Бог тебя спас от их заговора. Вопросы, которые тут поднимаются, чтобы Моше их, чтобы они смотрели землю, это вопросы о качестве земли, о людях, которые там живут, крепкие, слабые, какая земля, как там растет. Ваяло они подняли свое сурое сорос, посмотрели землю. Мимидбар Цин, от пустыни Цин, адрахей в рвей хамос, до рахов, войдя в хамос. Ваяло в Анеге, поднялись в юг, на юг. Смотрите, из Египта когда идут в землю, не из Египта, оттуда, где они шли, так им сказали, чтобы они поднялись на юг. Из Синайской пустыни, где они были, поднимитесь на юг, в Негев. Воевый пришел от Хеврон, написано так, поднялись на юг, множественное число, а пришел до Хеврона, единственное, пришел один. Не написано, кто. Приводит, знаете, кто пришел? Калев. Ее в Хевроне, как известно, могилы наших отцов. Авраам, Ицхак и Яков. И он на их могилах молился. Он уже ощущал, что у них есть план говорить плохое о земле, то есть о том, что тут великаны и сильные люди, и мы их занять не можем, чтобы ввести робость в сердца народа. Так Калев молился перед Богом на могилах отцов, чтобы Бог ему помог не попасть под влияние остальных посланников. Когда идет группа, и она вместе, так была опасность, чтобы он не попал под их влияние. Вешом, а там Ахимон, Шишай, Весалма, Елиды, Анок, рожденный от гиганта. Вехеврен, Ахеврен, Шева, Шоним, Нивносо. 7 лет была построена Лифны перед Цеем Митрой. Интересная вещь. Тут было на них, на этих посланников, было
определенные внутренние желания, внутренние тяжелые испытания, чтобы сказать плохое о стране, чтобы не войти. Откуда оно шло и почему? Интересно, в книге Месилат Йешарим приводит Зоар, что эти люди ощущали и знали, что они же занимали определенные положения, каждый в своем колене. Они знали, ощущали и знали, что когда они войдут в землю Израиля, они это свое положение потеряют. А вы знаете, что значит для человека потерять свое особое положение? Очень непростое испытание. Так они, у них было такое внутреннее желание говорить о стране так, чтобы народ не захотел идти, и они останутся в пустыне. Ну, они останутся, как говорят, на своем министерском посту. Ну, человек, который не был в положении и который не сидел на кресле министра, может быть, трудно понять эти чувства. Но говорят, что это не просто сойти с кресла министра. Я, Барух Ашем, этих испытаний не имел. Говорят, что это непросто. Но любопытно, когда идет такая буря и такое влияние, и сделать нехорошее действие. Что помогает человеку? В истории с разведчиками мы видим интересно, что знаете, что помогло? Что помогло Йешуа и Колееву, чтобы они не пошли за другими? Что им помогло? Что вы думаете? Мы видим, что им помогла молитва. Смотрите, мы это видим ясно. Написано про Йешуа, что Моше за него молился, что Бог тебя спас от замысла разведчиков. А про Колеева Моше за него не молился, так он сам молился на могилах отцов. Но мы видим, что молитва на могилах праведников имеет силу. Так написано, что Колев молился на могилах отцов. Ваявия пришли от Нахал Эшкол до долины Эшкол. Слово Эшкол – это гроздь винограда. Ваехра сумишом змейро, отрезали оттуда ветку, в Эшкол ановим эход, и гроздь винограда один. Ваесу вамейт, несли его палкой бишной вдвоем, два человека. Умину раменим и от гранат, умина теяним и от инжира. Раши говорит, что гроздь винограда несли четыре палки, и каждую держали два человека. С одной стороны один, с другой стороны другой. Четыре на два, сколько это? Восемь. А один взял гранату, а один взял инжир. Так мы видим, что гроздь была очень, очень солидная, что надо было столько людей ее нести. И граната тоже была солидная. По-видимому, как большой арбуз. Инжир. Рамакома у то место коро назвали Нахал Эшкел, долина Эшкол, Алейдейсо Эшкол, о из-за грозди, аша корсу мишом на Исраил, что отрезали оттуда сына Израиля. Ваешувы вернулись в Митур-Орет смотреть землю, Микейт арбоим ейм, в конце 40 дней. В какие дни они шли, вы знаете? Они шли с 29-го Сивана до 8-го Ава. Они вернулись 8-го Ава. Как раз мы близки к тем дням, что они шли.
сегодня днем было 17-го Сивана. Они шли, 29-го вышли. Ваеху, пошли, ваевые пришли, а у Моше был Аарон, Велкол Адаз на Исраил, ко всей общине снова Израиля, а у Мидба Порон Кодеша, пустыне Порон в Кодеш, ваешива Исам Довор, вернули им слово Весколо Иду и всю общину, ваярум показали Эсприорес плоды земли. Так, послушайте, в чем был смысл их посланничества и чья была инициатива? А? Когда мы читаем тут, слышится, просто было указание Бога. Есть многие главы в Торе, что написано в двух местах, и на первый взгляд тут читается так, а тут по-другому. Просто в действительности одно место дополняет другое. Тут просто написано, Бог сказал к Моше, пошли. А что написано в Творим, написана та же история, там написано так. Вы приблизились ко мне все и сказали, пошлем людей впереди нас, и пусть высмотрят нам страну и вернут нам слово, путь, с которым мы поднимемся, и города, в которые мы придем к ним. То есть, с какой стороны стоит занимать страну, захватывать? То есть, это была инициатива народа. Инициатива народа. Всевышний согласился? Всевышний согласился. Сейчас мы это тоже разберем. Что значит Всевышний согласился? А? Что это значит? В чем, из-за чего была эта инициатива? И что она показывала? Что хотели? Между прочим, Раша тут говорит тоже интересное замечание, которое очень важно помнить в жизни. Тут написано так. Вы приблизились ко мне все. Значит, все. Я читаю Раша. Перемешку, все вместе. А в другом месте написано, после дарования Торы, что евреи подошли к Моше и говорили, что мы просим, что после того, как евреи были у горы Синай и слышали слова Бога, они сказали, что нам трудно быть всегда на таком высоком уровне, быть пророками. Так ты, пусть Бог говорит с тобой, а мы будем слушать от тебя. Так там написано, вы приблизитесь ко мне, короши шифтейхам и зикнейхам, все руководители колен и старейшины. То есть, а тут все вместе. Ведь это совсем по-другому. Там было молодые, уважают стариков, послали их впереди себя. Старики уважают руководителей, послали их впереди себя. Есть градация. Не то, что все равны. Это не... А вот тут вы приблизились к перемешку. Молодые толкают пожилых, пожилые толкают руководителей. Это не путь еврейского народа. Путь еврейского народа, что есть пожилые, дают им их уважение, есть руководители народа, старейшины. Даже сам подход был не как должен быть. Это тут Раша на месте говорит. Вот этот сам подход, что все совершенно равны, это не путь еврейского народа. Есть мудрецы Торы, есть пожилые люди, есть молодые. У каждого есть свое место, свое положение. А что так и лежало в их желании? Почему они вдруг проявили инициативу? Ведь до сих пор евреи шли по пустыне, и Бог о них заботился. И Бог посылал еду, ман, посылал колодец.
книге Амегда Варне Цива он говорит так, что евреи проявили инициативу. До этого было... Как евреи вышли из Египта, скажите? С открытыми чудесами. Как они шли в пустыне? Открытыми чудесами. В пустыне невозможно так жить. Так что... евреев появилось желание, что быть в такой близости с Богом и такие чудеса требуют особую ответственность, что если они что-то делают не как надо, то они сразу получают наказание, и это несет в себе опасность. Так они хотели перейти на более естественный путь. Есть правило. Бог ведет еврейский народ, и Бог ведет каждого из нас по его пути. Есть он гемара интересная в Макот. Омар Равуна. Равуна говорит так. Бедерех шаадам роце лерех, ба мелехим ото. По пути, что человек хочет идти, ведут его. Это удивительный путь, как Бог ведет себя с каждым, соответственно, пути, что Он выбрал. Это мы видим и в реальной жизни тоже. Что есть разные путь, как Бог ведет себя с разными группами людей. И, соответственно, тому, как они выбрали. И, другими словами, если бы они не проявили инициативу и не подошли, не было бы этой трагедии, это раз. И они бы вошли в страну с открытыми чудесами. Без войны, без необходимости в оружии. Это то, что было бы. Они как бы показали, что они хотели бы сами посмотреть, сами руководить. Теперь, тут подняли вопрос Изава, подняли вопрос, а ведь Бог согласился. Совершенно верно. Знаете, почему Бог согласился? Потому что Бог ведет человека по пути, который он выбирает. Есть такой путь Бога. По пути, что человек идет, Бог ведет его. Очень яркий пример, но я не хочу говорить об этом подробно. Очень яркий пример – это когда евреи захотели царя, и они обратились к пророку Шмуила. Пророку Шмуилу это не понравилось, и Богу не понравилось. И Бог говорит, они не тебя отвергли, они меня отвергли, чтобы я царствовал над ними. А дальше Бог говорит, а теперь слушай их голоса, то, что они просят. Задается вопрос, если они просят нехорошую просьбу, зачем надо их слушать? Это путь Бога. По пути, что человек хочет идти, ведут его. Гемара там в Макот приводит как пример, что когда Билам захотел идти, проклинать евреев, что Бог ему сказал? Не иди с ними, а потом встань иди. Что это значит? У Бога изменилось желание? Нет. Если ты так упрямишься, хочешь идти этим путем, иди. Это будет твоя гибель, но ты хочешь идти этим путем, иди. То есть это гемара очень интересная, что по пути, что человек хочет идти, Бог ведет человека, группу людей и весь еврейский народ. Так они хотели как бы идти не такими открытыми чудесами и занять страну более естественным путем. И поэтому, чтобы занять естественным путем, надо послать разведчиков. Очень естественно. Раз мы говорим об этом, что могло бы быть,
Давайте почитаем кусочки в начале Хумаша Дворим и то, что Раша говорит на месте. Повернитесь и едьте вам, и приходите в горы Эмори и ко всем соседям. Ко всем соседям, говорит Раши, это Амон, Моав и Сеир, в которой жили народ Амон, народ Моав и народ Эдом. Эй, смотрите, носатый лифнейхем эсорес, я дал перед вами землю. То есть Бог раньше сказал, что давайте пойдем занимать. Беюршу эсорес, идите, наследуйте землю, что Бог поклялся вашим отцам. Раши говорит так. Приходите, наследуйте. Никто не против. Вы не нуждаетесь в войне. Если бы они не послали разведчиков, они бы не нуждались в оружии. Давайте поймем, а почему? Что изменилось от того, что они послали разведчиков? Они послали разведчиков, и, как мы будем читать, они получили за это наказание, правильно? В наказании написано, что они сейчас должны будут воевать и будут нуждаться в оружии. Написано? Не написано. Так откуда это берется, это новое наказание? Вы слышите? Я понимаю, что это не наказание. Это следствие. Это не наказание. Наказание – это Бог наказывает. Это не наказание. Это следствие. По пути, что человек идет, Бог ведет его. Если бы вы не проявили инициативу послать разведчиков, стараться занять страну естественным путем, занятие страны было бы чудесами, без войны. Между прочим, занятие страны и война тоже не шла естественным путем. Были чудеса, как они побеждали, и как Бог... были камни с неба и так далее. Но есть разные уровни чудес тоже. Все-таки они вели войну обычными путями войны, но Бог им помогал. Если бы они не послали разведчиков, то занятие страны было бы совсем по-другому. Что-то наподобие того, что было у моря. Да, а теперь давайте, да я просто сказал корень того, что было, то, что они послали разведчиков и почему. Ваешува вернулись, это мы уже читали, да. И они показали плоды земли. Ваесапругы рассказали ему, ваимру сказали, боуну эгорец ашашхахтону, мы пришли в землю, которой ты нас послал. Вегам за вас холову дваши, она течет молоком и медом. Везе перье. А это ее плоды. И показали плоды. Какая гроздь винограда. Какой гранат. Какой инжир. Интересно. Видите, это они сказали правду. Правду. Наши мудрецы говорят, что когда кто-то хочет сделать, говорить ложь, и делать, и пропагандировать ее, так ложь, в которой нету немножко правды, не работает. Берут немножко правды и добавляют много лжи. Тогда это работает. Так это они сказали немножко правды, чтобы потом прибавить дальше. Эфес, но, киаза ом, могучий народ, а еще борец, который проживает в стране. Веорим, а города... Цурейс, укрепленные, где рейс мейт, очень большие. Вегам еледео анокро и нушом. И детей гигантов мы там видели. Какие богатыри, какие гиганты. Амурик еще и берет Негев. Амурик проживает на юге, в стране южной. Вахити вайвуси воэмери еще и боор. Хити и вуси эмери сидит, проживает на горе. Вакнани еще и вагайом. Проживает у моря.
והוגיע דייר, איבו זה ירדנה. והיה אז קורף, קורף דיור שלום נרות זה מרצ'ר, אסלום נרות זה משק משק, והיימי אז קזאו, קורף בוריס פסרניקב. Из тех, кого послали смотреть страну, из разведчиков. Оринаре, подняться мы поднимемся в ее Рашнаисо, наследуем ее. Хиохануха, сможем. Веоношим, а те люди, а же Оруимей, которые поднялись с ним, Амру сказали. Рейнухаура, рейсероом, мы не можем подняться к народу. Кихозок умимену, потому что он сильнее нас. Он сильнее нас. Что это значит? Что он сильнее нас? Ведь это говорит то поколение, которое видело выход из Египта, видели чудеса в Египте, видели чудеса у моря, жили постоянными чудесами. Спускался ман, с ними шел колодец, было облако. Что значит он сильнее его? Он сильнее нас. Он сильнее нас. Но ведь Бог может сделать чудеса. Что это за аргумент, скажите? Что это значит? А? Не сказали ничего про Творца. Что? Все правильно, но... Творец может и это тоже сделать. Что это значит? В книге Решема и подобные пишут Хафец Хаим. Знаете, что они сказали? Конечно, Бог может, и Бог делает чудеса. Но для того, чтобы Бог сделал чудеса, надо быть достойными. А мы... Не такие достойные. Бог, конечно, Бог может сделать чудеса. Но с какой стати, что Бог нам делал чудеса? Мы достойные. Мы заслуживаем это. Это... То есть... Бог делает чудеса. Но кто ты такой, что кто вы такие, чтобы утверждать, кому Бог будет делать чудеса, а кому нет? Требовать у Бога чудес – это другой вопрос. Кто мы такие, чтобы требовать, чтобы Бог сделал именно так и именно так? Но если Бог хочет это, вы достойны или недостойны, это расчеты Бога. Но это было их внутреннее ощущение. Мы не на таком уровне, и мы не достойны. Бойцы вывели дебасора с разговора о земле, а что Торейса, что смотрели ее, и обны Исраил, с нами Израилев и мир говоря, Орес, та земля, а что Аварну Вова Сура Исо, что мы прошли по ней, смотреть ее, Эрец и Хелас Ешвео Ги, она земля, который съедает своих обитателей. Что это значит? На основании чего, а? Вехолом, Ашараина, Васейхо, весь народ, который мы видели внутри нее, Анчей Медот, они все рослые, крупные люди, а мы маленькие. Теперь, что значит они земля, которая съедает своих обитателей? Есть Медраж, что повсюду, где разведчики шли, они повсюду видели похороны. А почему? Бог это сделал специально для их пользы. Когда есть похороны, то люди заняты похоронами. Они не слишком обращают внимание, крутятся ли тут новые незнакомые люди или не крутятся. И может быть и другое. Понятно, что они оделись, как жители той страны. Но при всем этом
внимательно, когда ты посмотришь, можно видеть, что это не местный. А когда люди заняты похоронами, во-первых, он меньше присматривается, ибо он занят похоронами, а во-вторых, как известно, на похороны приходят и другие люди, не местные. Иди знай, кто это. Может быть, знакомые, родственники умершего, иди знай, кто это. Бог это специально сделал, чтобы на них не обратили внимания. Они видели похороны, они говорят. Тут люди постоянно умирают. То есть другими словами они на все это смотрели, что то, что Бог хочет, чтобы они вошли в страну, это чтобы им было плохо, чтобы они там погибли в войне. Мы недостойны таких чудес, что Бог нам делал и спасал. В том числе, тут лежит внутри еще мысль страшная, что Бог нас не любит. И это очень, в духовном смысле, это очень опасная мысль. Даже человек что-то нарушил. Но надо знать, что Бог любит каждого из нас. И хочет ему добро. В Шомроину мы там видели Санефилим, гигантов. Бнеянок, сыновья гигантов Минанефилим. В Аниве, в Инейну Кахаговим. Мы были в их глазах, как саранча. В Хейноину, в Инеем. Так мы были в их глазах. Они смотрели на нас, как на саранчу. Какие-то это люди, это саранча. Такие маленькие. Интересно, говорят на это. Это надо тоже помнить. По-моему, от имени Рэба из Коцка. Скажи мне, а какое твое дело, как на тебя другие смотрят? Ты должен знать, кто ты сам, ты делаешь верно или нет. Какое твое дело, как другие на тебя смотрят? Какое это имеет к тебе отношение? Ватисоколоито подняла вся община, воитную эскилу, подняли свой голос. Ваивкоом багайуагу. И народ плакал в ту ночь. Какую ночь? Тагемара Автанит говорит, что это было, что евреи пришли 8 ава, и они плакали ночь на 9 ава. И Гемара говорит так. Бог сказал, вы плакали эту ночь напрасно, но придет время, что вы будете плакать в эту ночь, но не напрасно. Если вы будете наказаны, то ваше наказание придет в эту ночь. И вы будете плакать, но не напрасно. 9 ава было разрушение первого храма, второго. Ваирину, а у Моше Аарон, жаловались на Моше Аарона, кибне и встроил все сыны Израиля. Ваимру алейхем кол эйдос, сказали им вся община. Гумасну берец Мицраим. Мы бы лучше умерли в земле египетской. Эйба мидбор хазе гумасну. Или в этой пустыне мы бы умерли. Почему Бог приводит нас в эту землю? В эту лимпел бахере, пасть от меча. Но шейну ветапейну юла вас. Наши жены и дети будут на разграбление. А вы ты в гону шум мицроймо. Лучше нам вернуться в Египет. Зачем нам Бог приводит нас в эту землю, пасть от меча? Вы слышите? Другими словами, у них было понимание, то, что Бог их посылает сюда, ведь они не на том уровне, как мы уже говорили, они недостойны. Конечно, Бог может делать чудеса, но если идти естественным путем, жители страны сильнее нас.
Ну что, что Бог делает чудеса? Ну, мы же не на том уровне, мы не достойны этих чудес. Так и Бог нам это не сделает. Так то, что Бог нас приводит, это пасть от меча, видите? Другими словами, это план, Бог ведет нас в Освенцим, другими словами. Это то, что они заявили. Бог вывел нас из Египта, все верно, но он сейчас, его планы вести нас в Освенцим. А мы в Освенцим не хотим идти, мы хотим жить. Идти в страну, мы погибнем от жителей хананьянов, они сильнее нас. Что это за мысль, откуда она берется? Интересно, в книге Дворим написано так. Вы спорили в ваших палатках и сказали, из-за ненависти Бога к нам, он вывел нас из земли египетской, даст нас в руки Эмори, уничтожит нас. Потому что Бог нас ненавидит. Во-первых, а за что Бог нас ненавидит? С какой стати? А? Комментарий Сфурна говорит, что по их теории Бог нас ненавидит. Знаете, за что? Ведь были бы большой процент евреев, которые служили идолам в Египте. Можно сказать немножко по-другому. Можно сказать, Бог нас ненавидит из-за того, что мы сделали золотого тельца. Страшная вещь. Даже когда кто-то что-то нарушает и грешит. Конечно, надо сделать чуву и надо исправить. Но прийти к выводу, что теперь Бог нас не любит и ненавидит, нельзя так даже думать. Говорят так, что для яйцера ра плохого желания хочет согрешить еврея, то, что он приводит его к греху, это, как говорится, копейки. А где его такой серьезный заработок? Где его миллионы? Знаете, в чем? Он приводит еврея к отчаянию. Бог меня теперь уже не любит. Теперь я уже не могу исправиться. Теперь я уже пропащен. Это самая большая трагедия. Намного больше, чем само нарушение. Надо знать, что бы человек, в каком положении еврей бы не был, Бог его любит, и он может исправить. Вопрос, он должен исправить и должен над этим работать. Это было то, что они, то поколение говорило. Ваеймру и Шелох искали один другому, нит норейш, сделаем руководителя, вношу его Митроем, а вернемся в Египет. Ваипел меши варна опне, меши арну пари на их лица, лифней колкал адас на Исраил, перед всей общиной сынов Израиля. Ми Ишуа бенун ве калейба нефуне, а Ишуа бенун ве калейба нефуне, ми на тори месо орец. Из тех, кто смотрели землю, из разведчиков, кору бигдеем, порвали одежды. Как евреи что-то говорят против Торы, так надо рвать одежду. Так еще бенун и хайба не пуне, порвали одежду. Моим рассказали о Коадазне Исраил, ко всей общине сынов Израиля, Лейма говоря, о, орет земля, а шо аварну вола сура и со, что мы прошли по ней смотреть ее. Ты ворец, мейд, мейд. Земля хорошая, очень-очень. Ну что, вы говорите, Бог нас ведет или нет? Имхов ицбону одиной. Если Бог захочет нас, вейбейсон и агораца здесь. Он приведет нас в эту землю. Он сонул, он даст нам. Эра земля, шаризо вас, холопут ваш, который сечет молоком и медом. А. Земля ведь хорошая. И в этом
В этом все соглашаются, все это признают. Но вопрос, если Бог захочет, Он приведет нас. Вы не идите делать расчеты за место Бога, Он хочет вам делать чудеса или нет. Это расчет, оставьте это расчеты Богу. Если Он захочет, Он приведет и даст. И Он поможет нам занять эту страну. Это решение Бога. Не решайте за Бога об этом. Ах, только бадиной аутимрейду. Против Бога не восставайте. Слушайте, слушайте, что написано. Чтобы жить в Эрец Исраил, как минимум, против Бога не восставайте. Это минимум. И тогда вы, Атем, а вы, аутируя самого раз, не бойтесь народа земли. Килахмейнуэм, это наш хлеб. Скажите, если кто-то приносит большую буханку хлеба, очень большую, кто-то ее пугается? Нет. Большую буханку хлеба можно тоже есть. То же самое. Народы страны, это гиганты, они гиганты, но как хлеб можно съесть, мы их тоже съедим, что? Сор цило мяген, их тень сошла с них, водяной и тон, а Бог с нами. Алтироум, не бойтесь их. Воем рукова идо, сказала вся община, лиргом регеми сомба воним, забросать их камнями. Кого? Еще и колыва. Они встают против других разведчиков. Ухвейда диной не робе умеид, околбне и строил. Почет Бога показался в палатке свидания, то есть у Мишкана ко всем сынов Израиля. Во имя Адоной Омейша, сказал Бог Мейша, Адону и на отцу не омазе, до каких пор меня будут сердить этот народ, вы Адону и Аминови, до каких пор не будут мне верить, Бехило и Сис во всех знамениях, чудесах, Ашиосиси бы Кирбей, что я сделал внутри него. Они не верят, что я могу делать чудеса. Я уже вам сказал, не то, что они не верили, но так получилось, так выходит. Они не верят, что Бог сделает чудеса, и они займут страну. А кену бадебе решено. Я ударю его эпидемией, и я его прогоню, уничтожу, другими словами. Весе исхо. И я сделаю тебя, гей году в отцу мимену, народом великим и могучим, чем он. Ну, слышите, какое предложение Бог говорит Моше? Я их перебью эпидемию, уничтожу, а я тебя сделаю. А что будет с обещанием Бога Авраама, Исаака и Якова, отцам еврейского народа? Я сделаю тебя великим народом, из тебя выйдет великий народ. Ну, скажите, для Моше лично это выгодно? Весь еврейский народ будет только его потомками. Руководители еврейского народа не заботятся о себе лично. Они думают о народе. Моше на это никак не мог согласиться. Не согласился. Во имя Мейши Аладиной, сказал Мейши к Богу. Мешому Мицраим услышит Египет, Кеэлисова Хейхахо, что ты поднял твои силы, Эсо Мазе, этот народ, Микербей внутри него. Египет слышали, что как Бог вывел евреев. Они знают о чудесах, которые Бог делал с ними. Знают. Вы умру, что они скажут? Эу Ешеева Орацазейс, про жителей этой страны. Что они скажут про жителей страны Пахананьянов? Шумов слышали, киато одиной ты Бог, Бекерово Мазе, внутри этого народа. Ашар айим бе айим, глазом, глаз в глаз, ниро видно, а то одиной ты Бог. Ванон хоим и далеем, твое облако стоит над ними. У ваму данон, в столбе облака, а то олых рифнеем геймом, ты идешь перед ними днем. У ваму и в столбе огня войло ночью. То есть, что
что он тут подчеркивает? Что они видели, что Бог внутри этого народа. Что тут подчеркивается? Если бы близость Бога с народом прекратилась, то что скажут египтяне? Скажут очень просто. Бог их когда-то любил и делал для них чудеса, вывел их из Египта. Сейчас они разгневали Бога. Сейчас он их оставил. И поэтому он их сейчас перебил. Когда-то он их любил. Потом они его чем-то рассадили, и он их наказал. Но тут все знают, что Бог внутри этого народа. Облако стоит, столб облака днем, столб огня ночью. Видно, что Бог находится в близости с этим народом все время. И сейчас тоже. И потом, ты умертвишь этот народ, как одного человека, скажут те народы, которые слышали твой слух, говорят. То есть народы, которые видели чудеса, что Бог сделал с еврейским народом, и видят, как постоянную близость Бога с еврейским народом, и видят, услышат, как, что Бог перебил, уничтожил их эпидемии, весь народ, что они скажут? Мебил ты ехайле с одиной, потому что у Бога не было возможности лавия сомазе привести этот народ, элорет, землю, ашанишбалаем, что он им поклялся, ваишхотем, он их зарезал, бомбит был в пустыне, убил их в пустыне. То есть народы скажут, что Бог захватить землю хананьянов он не мог. Не может. Делать чудеса в Египте он может. А вот с хананьянами он не может. И это осквернение имени Бога. То есть Моше тут подчеркивает в молитве, что это будет большое осквернение имени Бога. То есть если бы прекратилась бы близость Бога с еврейским народом, то народы бы сказали так. Бог любил евреев, а сейчас разлюбил, и поэтому их перебил эпидемия. Но они же видят, что продолжается близость Бога с еврейским народом. Столб облака их сопровождает днем, столб огня ночью. И вдруг Бог всех перебивает, уничтожает. К какому выводу они придут? Они придут к выводу, что с египтянами Бог может сладить, а с хананьянам нет. А это большое осквернение имени Бога. А ведь освящение имени Бога – это основное, для чего Бог создал мир. А осквернение его имени – это прямо противоположно этому. И это нельзя допустить. Это то, что Моше утверждал. Слышите его аргумент? Аргумент, чтобы не было осквернения имени Бога перед глазами египтян, которые видели чудеса, которые Бог сделал. А то, а теперь, их давно кеях одиной, увеличила сила Бога, кашадибар толыма, как ты говорил. Тут он упоминает 13 качеств милосердия. Одиной арахапаим, Бог сдерживает гнев, врав хеса, делает много добра. Нейси овен вофоша, прощает грехи, винакила инаке, очищать не очищает. Пеки давин овен, вспоминает грех отцов, албоним, на сыновей, аушилыщим, на третье поколение, баурибим, на четвертое. Так поэтому, срахну рабин омазе, прости, пожалуйста, греху этого народа, кегейдов хаздехо, как величие твоего добра. Вехашено сосо омазе, как ты простил этому народу, мимитраем вадейно, из Египта и до сих пор. То есть Моше обращается, во-первых, что будет осквернение имени Бога, затем он вспоминает качество Бога, качество милосердия, и он просит, чтобы Бог простил, чтобы не было осквернения имени Бога. Ваеймер Адиной, сказал Бог, сорах ты кидворах,
я прощаю по твоим словам. Но вы улом, но хай они, я клянусь своей жизнью, хай, как я живу, вы не могли их выдать, иной я сказал, что наполнился почет Бога на всю землю. Кихола аношим, все эти люди, Ореймес, Хвейдива, Сейсай, которые видели мой почет и мои чудеса, а Шиосисива Митраиму Бамидбор, которые я сделал в Египте и пустыне, Ваинасу Иси, испытывали меня, Зеса, помню, 10 раз, Варишома Бекели, не слушая моего голоса, им Еруэсорец, если они увидят мою эту землю, а Шенишбат Илабейсом, я поклялся их отцам, Мехоумана Ацай, все, кто меня сердят, Ваеруа, они ее не увидят. То есть они эту землю, это поколение эту землю не увидят. Веабди Холев, а мой раб Холев, и Гевой Сороа Хахарасими, у него был другой дух, Маймары Ахарой, он наполнил за мной, пошел полностью за мной. Вот его, Вайвейсев, я его приведу, его орет в страну Ашабо Шома, что он пришел туда. Он же пришел туда. Безаре Ерешена. И его потомство прогонит хананьянов. Баамурики, только он и Иешуа. Баамурики в Акнане, амурики и Кнане еще боевик, который проживает в долине. Мохор завтра пнул сулахем, поворачивайтесь и едьте, амид в пустыню, дерех ямсу, пути ямсова. Страшное наказание, страшное. Страшное наказание. Бог простил этому поколению. Сначала был приговор, что это поколение погибло сразу. Эпидемия, и оно погибло. И Моше говорит, что это будет хилу Гашем, осквернение имени Бога. Бог согласился с Моше, говорит, я простил, но это поколение не войдет в страну. Интересно. Написано, что это 40 лет, за эти 40 дней. Мы знаем всегда, что у Бога милосердие. А тут год, год за день, а? Я слышал интересный комментарий от друга. Наказание было 40 дней. Но можно было, что эти 40 дней было один за другим. А Бог разбросил эти 40 дней по 40 годам. В каждом году один день. День в год. Наказание было 40 дней. Но чтобы они не погибли сразу, Бог разбросал эти 40 дней по 40 годам. В каждый год день. Когда они умирали? Они уже умирали 9 ава. День в год. То есть 40 дней. Но дни были разбросаны по 40 годам.